На видеозаписи, которая появилась в соцсетях, видно, как очевидцы помогают выбраться из салона «Газели» двоим мужчинам. По их словам, до ДТП грузовик кидало из стороны в сторону. Его водитель и пассажир были в состоянии опьянения. На место выехала скорая помощь и сотрудники полиции. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает «Кубань-24».